Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям не так давно отметил 15-летие со дня своего основания. Однако, несмотря на столь молодой возраст, ему есть чем гордиться. На счету спасения более сотни человеческих жизней, ликвидация порядка тысячи пожаров разных уровней сложности. Что говорить о профилактической составляющей? Население Бреста четко знает, как сделать каникулы детей без дыма и огня. Как впустить безопасность в каждый дом, как не прожигать свою жизнь. Большая семья городского отдела взрастила немало профессионалов. Сегодня в составе службы более 150 человек. Эти люди обеспечивают спокойствие граждан, держат руку на пульсе во избежание критических ситуаций. Идея провести день открытых дверей вот в таком масштабе – это впервые. Мы никогда так не проводили, но вот решили, что мы поведем. Потому что для людей, во-первых, это интересно, а во-вторых, мы хотели показать работу подразделений, работу техники. Мы открыли сегодня свободный вход в пожарную часть номер 3. То есть любой желающий может прийти, посмотреть быт, как служит спасатель. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям имеет на вооружении 31 единицу техники. Часть из них была представлена брещанам на празднике. С одинаковым интересом пожарные автомобили изучали дети и их родители. Мы надевали форму пожарных, очень тяжелая, и чувствую, что себя как бы отважно в этой форме. Мне показались интересные инструменты. А что там за инструменты? Бензопилы, кусачки. Хорошо. А вот у тебя каска есть. Вот зачем ее используют спасатели? Чтобы не страшный огонь был. Ты померил. И как ощущения? Нормальные. Тяжелая? Да. Мне все понравилось, мне тут все интересно. Вниманию гостей праздника были представлены несколько площадок. Брещане могли принять участие в конкурсах, познакомиться с творческими работами малышей на тему «Спасатели глазами детей», посмотреть концертную программу, в рамках которой, к слову, были награждены граждане, оказавшие помощь спасателям при ликвидации ЧС. Яркой частью дня открытых дверей стало показательное выступление работников министерства. МЧСовцы продемонстрировали пример самоспасания с автолестницы, выдвинутой на высоту 50 метров. Такие навыки являются неотъемлемой частью служебных будней работников органов и подразделений ПЧС. Высокий уровень физической подготовки брестских огнеборцев доказал и пожарный кроссфит. Спасатели выполняли упражнения в полной экипировке, вес которой 25 килограмм. Посетившие праздник огнеборцев брещане смогли убедиться наверняка – профессия спасатель героическая. А с героями нашего времени у них как раз и была возможность познакомиться поближе. Понаблюдать за МЧСовцами, что называется, в деле. Первый праздник в таком формате от Брестского городского отдела ПЧС прошел масштабно и зрелищно. Стоит ли сомневаться в том, что эта традиция плотно укрепится в дальнейшем? Первый блин не комом, и мы будем это продолжать ежегодно. Почему решили именно вот в мае? Потому что это, во-первых, заканчивается учебный процесс и скоро летние каникулы. То есть, чтобы еще раз детям напомнить о требованиях пожарной безопасности. София Бережная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.